Закупились на 220 евро. О, пока бумага, пока и вот еще. Вот еще поднесет. О, сынок. Осторожно, очень осторожно. Ставь ее здесь. На 220 евро все влезло в три сумочки. Раз, два, три. Ну и тут по мелочи. Вот так вот. Ничего не купили, и вот столько денежек отдали. Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Мы сейчас были в магазине, немножко закупились. Закупаемся мы по субботам почти всегда, иногда по пятницам, но очень-очень редко, в основном в субботу и всегда вечером. Так что сейчас посмотрим, что мы купили. Такую нарезочку мы купили. Красную рыбку. Такие сосиски, шаблихи, шпецли, картофель. Вот такой десерт я приобрела. С кирши, посыпанной шоколадом. Киви был килограмм, ора 99,3 вида орешек. И за крышечки купила. Два пакетика мандарин. Уже совсем они... 750 грамм весит, даже не килограмм, то есть 1,5 килограмма в двух. Такой шоколадный пудинг, яблочки 3 килограмма по 3 евро. Всякие разные приправки, орегано, базиликум, тмин, тимьямин и розмарин. Копченые окорочка я покупаю всегда в Алди. Майонез мне нужен на салатик. Две баночки соуса с зеленью, с базиликом и с чили. Опять нарезка. А вот такая салями интересная в виде сердечек. Бананы. Такие зелененькие купили, но за выходные они у нас поспеют. В рапс вот купили такие лепешечки, можно что-то заворачивать. Бекон. Взяли, можно яйца жарить, а также и в духовке запекать. Возможно, я положу на пиццу. Еще не знаю. Помидорки очень красивые были, но они как-то не очень-то. Салфетки для снятия макияжа. Тут здесь 25 штук. Нам хватит на месяц. Такой сыр Хиртон Кэзе. Он похож на брымзу, он уже солененький. Очень хорошо подходит для салатов. 40% жирности, здесь 200 грамм. Ну, я его очень люблю. Вот такой вот рис я купила в пакетиках, здесь 500 грамм, 4 пакетика. Я иногда его в пакетиках варю, иногда даже вытаскиваю, так использую. Орешки. Вот такая краковская колбаска, но она тоже была в Ангеботе. 320 грамм, что-то 3 евро стоила. Польская. Вот такой десторант мы покупаем. Очень как бы нравится тоже моим мужчинам. Вот три пачки я различных купила. Лапши, бант нудель называется, трех разных фирм. Вот попробуем, что из них лучше. Одни подороже, другие подешевле и совсем дешевые. Лебрекурст вот так и купила, гроб, то есть он. Такие пфанкухен. Ребятишки мне очень любят, они тоже были по 29 центов одна штучка, я вот две упаковочки купила. Четыре упаковочки купила багеты, два с кройтером, один с чесноком, это для того, чтобы жарить духовочки. Тоже есть ребятишки мне утром дома одни, чтобы могли пожарить. Вот такие вафлики купила первый раз, не знаю, попробуем. Они были дешевые, по 99 центов. Еще, как всегда, мы взяли чипсы. Эти тортилла чипсы, они с кукурузой. Эти с картофельной. Вот такие меня любят. Вот такие люблю я. Эти с сыром и со сметанкой. И вот мы взяли еще семена, травки для посадки на даче. Ну, вот оно было на 50% оцененное. То есть за 5 евро мы купили, она стоила 10. Но, в общем-то, там еще по мелочи мы купили молока, воды, ну, как обычно, туалетной бумаги, кухонроли. И в общей сложности я заплатила очень кругленькую сумму. Ну, вот не знаю, насколько нам хватит. Ну, не больше, чем
На 2 недели, а так будем все равно за хлебушком ходить. Вот я еще на почте забрала вот такую вот открыточку. Смотрите, это вот окраина нашего Плауна, район Биллер, где находится сейчас. 100 лет тому назад. Раньше Биллера не существовало, сейчас он есть. Вот смотрите, а вот тогда не было, там только лампочный завод. Сейчас этот завод заброшенный стоит, весь разбитый. Вот. Сейчас уже существует вот и Биллер, тогда его не было, смотрите. И церквушка это какая-то или что-то, я не знаю, тут стоит, здесь есть. Вот. И вот она, да, уже трамвайные пути проложены, там еще ничего не было, какие-то повозки непонятные, еще человек стоит. Вот. Ну а так, в принципе, все осталось. Все деревья, которые были. Девочки, а сегодня мы будем с вами готовить перловку. Многие даже не подозревают, что перловка очень легко выводит холестерин из организма, очень богата витамином В, Е и Д, а также в ней содержится лизин, который оказывает противовоспалительное, противовирусное действие. Так что мы сейчас будем готовить с вами перловочку. Для этого нам понадобится кусочек мяса, у меня свинина, 2 луковицы, 1 морковочка и 2 стакана перловки. Перловочку я заранее замочила, где-то буквально часа на 2-3. Вот, она у меня уже разбухла, она будет у нас готовиться очень быстро, когда мы ее заливаем водичкой. Ну, соль, сахар, перец, это все будет по вкусу. Наливаем маслице в нашу мультиварочку. Сейчас я ее включу на режим жарить. Это буквально 15 минут. Тем временем я быстренько потру морковочку и порежу лучок. Как раз у нас уже к тому времени, пока я все порежу, наша мультиварочка разогреется. Теперь я режу небольшими кусочками мяса. Если крупный, режьте крупный, если помельче, то помельче. Мне вот нравится помельче. Я еще мясо наше перережу еще чуть-чуть маленькими кусочками. Все, что какие-то крупные кусочки, я еще раз перерезаю. Затем я отправляю в нашу разогретую мультиварочку лучок и мясо. Все одновременно. Теперь все перемешиваю и оставляю жарить до готовности. Переберу специи, орегано. Все это хорошо. И еще тмин. Опять все перемешиваю. Но вы можете добавлять любые специи по вкусу. И добавляю я перловочку. Все хорошо разравниваю лопаткой, все перемешиваю, чтобы было все однородно. Добавляю 300 мл воды, ну приблизительно, вы смотрите, сколько вы хотите, чтобы так покрылось у нас, в принципе, так как плов, чтобы где-то на палец толщиной была вода. И по вкусу добавляю я приправки. Приправка у меня к пухарёву, то есть она со всеми специями и солью. И теперь все хорошо я опять перемешиваю. И закрываю крышечкой и ставлю на режим плов мультиварки. Это где-то приблизительно 1 час стоит. И в течение часа оно у меня варится. Я буду еще периодически все помешивать. Вот теперь уже осталось 15 минут. Я открою, посмотрю. Видите, все кипит. Тут у меня даже видно было режим, у меня стоит плов. Лавровый листик тоже по вкусу все добавите. Можете добавить, можете не добавлять. Вот останется 15 минут. Я хорошо еще перемешаю и опять закрываю. И жду до готовности. Вот так, значит, у нас получилась перловочка с мясом, с морковочкой, с лучком. Наиполезнейшая каша. Всем я желаю приятного аппетита. Если вам понравился мой рецепт, оставайтесь со мной.
ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Девчонки, простите, пробовать не буду. Уже слишком поздно. А я вообще-то после 6 уже не ем. Всем пока-пока!